Всю дорогу меня преследовали воспоминания о когда-то прочитанной книге, в которой говорилось, что молнии преследуют людей, которые выжили после их удара. Бьют снова и снова, игнорируя любые высокие деревья и громоотводы, словно не веря в то, что кто-то способен их пережить. А потом начинают охоту и за близкими людьми. Как у той американки, выжившей после нескольких ударов молнии, но покончившей с собой после того, как ее двух мужей убило небесным разрядом. Тьфу, пакость. Надо подумать о чем-нибудь другом. Например, о том, что от молнии можно и заклинания смострячить. Если найду основу для покрова, конечно. С этим пока были изрядные проблемы. От разнообразных активных заклинаний, в том числе и магии разума, можно прикрыться банальным щитом. Полупрозрачная пленка силового поля защищает, в принципе, от любого враждебного воздействия, ну если хватит энергии. Но сами по себе эти заклинания проблемные. Жручие, негибкие и видимые. Естественно, были талантливые поньки, которые могут прикрыть незримым щитом целый город, и при этом задать условия вроде «врагов не пущать». Но повторить это без специального таланта, а уж тем более запихать в кристалл, дохлый номер. Ходить же в пузыре силового поля, который отбрасывает предмет на своем пути, неразумно, слишком много внимания привлекает. Естественно, были исследования на тему того, как защититься от чего-то конкретного с помощью амулетов. Но такими вопросами в основном заморачиваются земные пони. И информация по этому вопросу настолько скудна, что хоть плачь. Не будь твай столько обстоятельно в подготовке материалов, я мог об этом вообще не узнать. Эти заклинания были вполне действенными, но в отличие от щитов единорогов, не создавали для себя основу, тот самый покров, из-за чего их применение ограничилось издевательством над самим собой. Например, амулет действовал только до тех пор, пока его носитель мокрый с ног до головы. Как высохнет, действие прекращается. Или же амулет требует ношения полностью закрытой одежды, а неприкрытые части остаются уязвимыми. С ношением одежды в стиле киношных ниндзя я бы еще мог смириться, но мать-перемать, как раз против магии разума она не защищает, хоть и ослабляет действие. Все из-за того, что заклинания магии разума по способу распространения похожи на облако, и защититься от них можно только полной герметизацией. Естественно, первым делом я, с помощью Трикси, зачаровал кристалл так, чтобы основой заклинания служила моя кожа. Сами пони так не делают, поскольку оно вредило их магической системе, но у меня-то таковой нет. Впрочем, это решение при всей своей простоте и изящности все-таки не сработало. Отвлеченные мысли настроили меня на деловой лад, ровно как и то, что над самим Панивилем грозы не было, она грохотала только над Вечно Диким. Так что к каменщикам я зашел уже вполне владея собой. Проблемы с заказом не возникло, пара сестричек Земнопони ничем заняты не были и согласились начать уже сегодня, если только дождь прекратится. Оставив им задаток, я направился в магазин за любимым лакомством Беаты, затем заглянул к плотникам и заказал новую дверь, благо мерки у них уже были. На этом дела в городке у меня кончились, но я все же нерешительно прогуливался по его улочкам, пока не осознал причину. Гроза за пределами Панивиля только набирала обороты. Нет уж, черта с два я позволю какой-то там погоде управлять моими поступками. Стиснув зубы, я направился к дому. Дошел я до него совершенно разбитый. Зараза, вот ведь не было печали. Хорошо еще гроз тут явление сравнительно редкое. Арт, смотри! Мне навстречу выскочила Трикси. Пока ты бродил, тут принесли вот это. Над ней левитировал конверт. Нет, конвертище. Понтовый, с золотой окантовкой и здоровенной сургучной печатью, на которой красовался незнакомый мне герб. Впрочем, мне тут только два герба знакомы. Контрлотский и Мейнхэттенский. Вижу. Я взял конверт и протянул единорожке пакет с ее арахисовой пастой. Спасибо. Улыбнулась она и ускакала на кухню. Я же прошел в гостиную и обессиленно рухнул в кресло. В такие моменты я чувствовал себя захватчиком в собственном же теле. А бессмысленность борьбы разума с инстинктами я осознал еще в больнице. Сколько лет нашему разуму? 150 тысяч. Ерунда по сравнению с более чем 600 миллионами лет, которые существует многоклеточная жизнь, ведомая одними лишь инстинктами. Нет, разум способен на все, но борьба с собственным телом отнимает слишком много сил, чтобы заниматься чем-то помимо этого. Не можешь уничтожить, возглавь. И эту простую истину я как-то подзабыл. Ну не сидеть же было в Панивиле, занимаясь психотерапией самому себе. И судя по конверту, в ближайшее время мне это не светит. Ладно, черт с ним. Я взломал сургучную печать и вытащил из конверта сложенный в четверо листок плотной бумаги. Пробежал текст глазами и тяжело вздохнул. С одной стороны, я все равно собирался съездить в Кристальную Империю. Но зачем меня туда звать? Принцесса Миамора Каденция. Кто такая? Имя смутно знакомое. А, вспомнил. Жена брата Твайлайт, ее бывшая няня, ну и до кучи Аликорн. И нахрен ей я. Впрочем, чего гадать, скоро узнаю. «Беата!» — позвал я. «Чего?»
Выглянула она из кухни. Видимо, пошла хрустеть крекерами. «Собирайся. Сегодня вечером отправляемся в Кристальную Империю». «Это оттуда письмо?» – полюбопытствовала единорожка. «Угу», – кивнул я. «В общем-то, это кстати. Заодно куплю очки для анализа строения кристаллов». «Арт, у тебя все нормально?» – неожиданно спросила Трикси. «Ты какой-то вялый сегодня». «Беда. Видимо, все настолько плохо, что даже она что-то этакое замечает». «Пойду посплю», — решил я. «Все как обычно, не буди, если только не придет Твайлайт, Флати или кто-то из принцесс». «Хорошо», — кивнула она. «Я так и не спросила, как рука?» «Нормально все». Под надежной защитой дома, разыгравшейся за окном, гроза казалась не опасной. Я подумал о том, что надо бы чем-то временно заделать дыру в стене, и уснул. К тому времени, как я проснулся, гроза уже кончилась, остался только дождь. Ну и замечательно. Я поднялся с постели, прислушиваясь к своему состоянию. Некоторая слабость, но в целом терпимо. Отлично. Я оделся и вышел в гостиную. «Привет, Арт!» – помахала лапкой Винил. «Скажи, ты специально дожидался, пока я уеду, чтобы снова влипнуть в приключения?» «О, вы уже вернулись». Я улыбнулся и махнул рукой в ответ. «Беата уже рассказала?» «Она вцепилась в меня как клещ», – пожаловалась упомянутая единорожка. «Мне пришлось». «Так ты специально?» – потребовала ответа диджейша. «Ну конечно, я запланировал все еще, когда делал тебе катушки. Нет предела моему низкому коварству». Саркастично отозвался я и повернулся к скрипачке. «Тебе тоже привет, Октавия. Ну, купили рояль?» «Да, должны доставить через пару дней», – улыбнулась земная пони. «Как только установят, можно заделать стену, и дом снова станет пригодным для жилья». «Ага, мне теперь тоже надо стену заделывать, блин». Я задумчиво посмотрел на дырку. «О, точно, мы с Беатой сегодня уезжаем. Присмотрите за восстановлением?» «Без проблем», – кивнула Винил. «Арт, слушай, тут такое дело. Хочу еще пару катушек заказать». «Нет», – рявкнула Октавия. «Заказать-то можно», – усмехнулся я. «Но, думаю, в дом тебе их занести не дадут». «Не вопрос. Буду хранить с прочим концертным оборудованием», – безмятежно отозвалась единорожка. «Я учусь на своих ошибках». «Ну, хорошо, сделаю», – пожал плечами я. «Не в ближайшее время, естественно. Хотя, можно узнать, не желают ли в этом поучаствовать меткоискательницы». «Ох, я же их не видел с того самого случая. Видимо, они решили, что я на них страшно разозлился, вот они показываются на глаза». «А вы куда собрались?» – спросила Винил, когда я снова взял зонт. «В Кристальную Империю», – ответила вместо меня Трикси. «Арту какое-то приглашение прислали». «Ого, и чё хотят?» «Понятия не имею», – пожал плечами я. «Все, я ушел за билетами». В этот раз прогулку под дождем ничто не омрачало. Прямого поезда до Кристальной Империи не было, вместо этого предполагалось ехать с пересадкой в Контерлоте. Может, туда через портал лучше тогда? Я посмотрел таблицу с поездами Контерлота. Нет, выигрышего времени никакого. Ладушки, тогда поедем как простые смертные. Выкупив Грифонию купе, я пошел домой. Времени до поезда оставалось не так уж и много, надеюсь, Беата уже все собрала. Мои же собственные сборы были привычно короткими. Смена одежды, две смены мелья, полотенца, земные туристические прибамбасы, ну а вдруг понадобится. Пара бутылок с водой, пара книг, с которыми я хотел поработать, толстая тетрадка с записями, ну и планшет. Поразмыслив еще немного, я прихватил с собой литровую флягу, наполненную неразбавленным яблочным самогоном. Ориометра я так себе и не смострячил, а разводить его на вкус сейчас не было ни времени, ни желания. Но взять все же стоит. Насколько я помню, где-то упоминалось, что кристальные поньки любят толчу и веселье. Вот я и расслаблюсь. Последний в рюкзак легли два кошеля с битами. Маловато будет. Черт его знает, сколько стоит анализатор. Наверняка немало, раз его можно купить только в Кристальной Империи. Возьму еще один кошелек битов. Как раз влезет. А, да, надо еще оставить музыкантшам, чтобы расплатились за ремонт стены. «Готово?» – поинтересовался я у Трикси. «Ага», – кивнула она. «Ну тогда выдвигаемся». Правда, пришлось задержаться еще ненадолго, чтобы проинструктировать Октавию по поводу ремонтников. На Винил в этом действии я предпочел не полагаться. Дождь уже прекратился, и над Панивилем Пегаса деловито растаскивали облака. Местами вниз уже прорывались солнечные лучи, создавая восхитительные световые колодцы. Красиво, черт подери. Интересно, а как они это делают? Неоднократно видел, как несколько пегасов натурально двигают облако как вагонетку по рельсам. А ветер они менять могут? Надо будет посмотреть. Когда-нибудь. Сейчас важнее сосредоточиться на защите содержимого своей головы от разнообразных магических посягательств. Так, ну, привязать заклинание непосредственно к коже – дохлый номер. Мое магическое сопротивление просто не дает ему закрепиться. Ну, конечно, если повысить расход энергии, то это все-таки сработает, но 20 секунд, а потом перезаряжать в реальных условиях может быть еще меньше. Время действия я взял с калибровочного заклинания, которое просто заставляет воздух слегка светиться. Как ни крути, но это категорически недостаточно.
Единорожье силовое поле не вариант, хотя задачиться стоит. Скафандр с очками тоже, в общем-то, не айс. Мне нужно что-то компактное и невидимое. Привязать основу к магнитному полю? Ну, в принципе, возможно. Наверное. Создать однородное поле внутри колец Геймгольца и... Не-не, ну нахер. Помимо того, что я банально запарюсь мотать катушки, скрытая такая система точно не будет. Вот вертится в голове какая-то мысль насчет электромагнетизма, но все никак не могу ухватить ее за хвост. Ладно, отставим это в сторону и попробуем заглянуть с другой стороны. Опыт взаимодействия с Тей и Дискордом показывает, что при выполнении определенных условий я сам себе сфера запрещения. Но условия эти, мягко говоря, болезненные настолько, что я сразу теряю сознание. И это еще лучший исход. Может, это замечательное свойство можно активировать как-то отдельно от всего остального? Ну а как? Попытки отключить восприятие боли я уже предпринимал, даже добился в этом некоторых успехов. Но, во-первых, это требует полной сосредоточенности, а во-вторых, на боль выше шестерки по стандартной шкале не распространяется. Заклинание же Селестии, когда вам пытались удалить воспоминания, тянет на все 8. Бррр, не-не-не. Ну к чертовой бабушке такой метод, даже экспериментировать не буду. Арт! Гаркнула Трикси, и я ошарашенно мотнул головой. «Чего орёшь?» – поинтересовался я. «Я тебя уже 3 раза позвала, и ты никак не отреагировал». «Ага, да, бывает. Задумался. А чего хотела?» «Вот поэтому амулеты с 20-секундным действием и не вариант. Какой с них толк, если я могу в собственных мыслях затеряться до полной потери связи с реальностью?» «Хотела спросить, а зачем ты меня с собой взял?» «Не надо было», – нахмурился я. «Не нравится Кристальная Империя?» «Я там не была ни разу», – покачала головой единорожка. «Просто приглашение же было только для тебя». «Ну, мне показалось, что тебе скучно безвылазно сидеть дома», – пожал плечами я. «Ты же раньше много путешествовала, но в последнее время удовлетворять свою страсть к перемене мест возможности не было. Ну, что ты на меня так смотришь?» «Откуда ты знаешь?» – почти с отчаянием вопрошает она. «Тоже мне бином Ньютона», – хмыкнул я. «Ты была бродячей фокусницей до того, как начались все твои злоключения. И, судя по всему, это занятие тебе нравилось. Потом была работа на каменной ферме, за что я тебя безмерно уважаю. Я бы там повесился через неделю. Ну, или 2, но не больше. Потом второй этап злоключений и снова каменная ферма, вплоть до моего туда визита. Получив задаток, ты сразу же выкупила фургон, и всю дорогу между Контрлотом и Панивилем прошла пешком. И уже после этого я неоднократно видел, что ты в нем пропадаешь время от времени. Складываем все эти наблюдения и получаем однозначный результат. Всегда брать тебя с собой в путешествие, если это возможно». Единорожка уставилась в землю. «Спасибо». Чуть слышно вздохнула она. «Да пожалуйста». Я пожал плечами и нехидно добавил. «Кроме того, мало ли, может у меня в пути голова заболит. Иметь при себе самоходную рогатую аптечку будет совершенно не лишним». Отвечать она не стала, продолжая смотреть в землю. Вроде бы ничего обидного я не сказал. «Ладно, лучше уж купе спрошу. Тем более, что мы уже дошли до вокзала. Поезд уже стоял на перроне, но около него почти никого не было видно. Слишком рано?» Впрочем, проводница запустила нас без малейших проблем, и, что интересно, не обратила ни малейшего внимания на Трикси, зато очень заинтересованно рассматривала меня. В общем, ясно, не местная. В купе я достал из рюкзака книги, после чего сунул его под полку, бросил беглый взгляд на свою попутчицу, о-хо-хо. «Беата, я тебя обидел чем-то?» – поинтересовался я. «Нет». Она нервно хлестнула себя хвостом. «Я…» Молчание. Полминуты ожидания, и единорожка наконец решается. «Арт, я тебе нравлюсь? Как кобылка». Не то слово, так бы и погладил. А потом… Стоп. Я скинул ботинки и уселся на полке по-турецки, и закрыл глаза. «К чему вопрос?» – ровным голосом поинтересовался я. «Ты… тебе… есть до меня дело. Ты наблюдаешь за мной, беспокоишься обо мне, заботишься. Это потому, что я тебе нравлюсь?» «Ага. Я долю секунды изучал мордашку единорожки, после чего снова закрыл глаза. Она нервничает и явно опасается моего ответа. Ну, какого именно? Да или нет? Вспоминаю ее реакцию на моё прикосновение в первый день совместной жизни… «Ты, конечно, симпатяга», – медленно произнес я, открыв глаза. «Мне вообще единороги нравятся. А еще у тебя такая расцветка… как она напряглась. Но наблюдаю за тобой не поэтому. Это просто автоматический навык. И я за тебя не беспокоюсь, я этого не умею. Ну а забота… Что ты там считаешь заботой?» «Да все, начиная с нашей встречи на платформе». «А что там было…» «А, мне не понравилось поведение проводницы, поэтому я предложил тебе ехать со мной. Это было импульсивное действие, и не факт, что я бы сделал это, если бы подумал. Я не могу заснуть в чужом присутствии, и именно это и привело к тому, что у меня окончательно разболелась голова. Про твой найм мы уже говорили, ты нужна мне куда больше, чем думаешь. А больше ничего и в голову не идет.
Ты готовишь еду, балуешь меня вкусняшками, пытаешься сделать так, чтобы я подружилась с другими пони, учишь, и ты вовсе не обязан был выкупать мой долг. Воскликнула она. По порядку. Ваша кухня для меня непригодна, так что я готовлю еду прежде всего для себя, но раз уж вам она нравится, то приготовить больше совсем не сложно. К тому же смотреть за тем, как вы с Винил уплетаете мою готовку за обе щеки, одно удовольствие. Да и вообще, завтраки теперь обычно готовишь ты. Далее. Под вкусностями ты понимаешь свою арахисовую пасту? Честно, даже комментировать стыдно. Ты можешь просить ее о чем-то большем. Далее, попытка подружить тебя с остальными имеет немалую практическую составляющую. Сейчас я ведь даже в магазин тебя отправить не могу, потому что пони будут саботировать любые твои действия. Учу я тебя для того, чтобы ты была более мне полезна, а выкуп твоего долга, во-первых, гарантирует, что ты останешься со мной еще как минимум полтора года, ну а во-вторых, прошло два дня, а ты уже спокойна, и работать с тобой стало куда проще и приятнее. Так, судя по тому, как она на меня шокированно таращится, я переборщил с честным рассказом о холодно-рациональной части своей мотивации. Напоминает момент, когда я Твайлет привел пример с Октавией и тортиками. Эх, надо бы смягчить слегка. Тем более, что помимо прикладной части есть и эмоциональная. Беата, я считаю тебя другом. На последнем слове я едва не запнулся, но сейчас не время усложнять терминологию. Поэтому говорю тебе все как есть. Большая часть того, что я делаю, имеет некую практическую подоплеку. Но основа у них все равно дружеская. Я бы не заморачивался так, если бы ты мне не понравилась как человек, ну, то есть как личность. Так что не чувствуй себя слишком уж обязанной. Не буду. Она неуверенно улыбнулась. Ну вот и замечательно, наконец-то она расслабилась. Что, боялась, что я в тебя влюбился и буду требовать ответных чувств? Ехидно ухмыльнулся я. Ого, в это влюбиться. Она отвела взгляд и тут же, осознав, что брякнула, всполошилась. «Ты хороший! Куда лучше, чем любой пони, которого я знала. Просто это было бы каким-то извращением». «Хо-хо-хо!» Я вскинул брови. «А Тия говорила, что на меня чуть ли не гроздями вешаться будут, только успевая отбиваться». «Тия?» Глаза единорожки расширились. «Принцесса Селестия? Ты ее так называешь?» «Угу. Никакого уважения к верховной власти», усмехнулся я. «Ну, по крайней мере, за глаза». «Говорить, что и наедине я ее называю так же, мне показалось неуместным». «Ну, некоторым пони нравятся другие виды». Решила не развивать тему моей наглости Трикси. «Наверное, и ты кому-нибудь понравишься». Я едва не расхохотался. «Уй, ты какая зайка, это она меня утешить хочет». «Чему ты так улыбаешься?» Насторожилась единорожка. «Да так», я усмехнулся. «На самом деле, я не особо жажду кому-нибудь понравиться. У меня на родине это однозначно считается извращением. Хотя лично мне плевать. Просто отношения всегда такие проблематичные. А с кем-то другого вида наверняка будет еще сложнее». «Но ведь ты же говорил, что тебе нравится пони», — удивилась она. «Не по своей воле», — я вздохнул. «На меня просто очень хорошо действует магия чейнджлингов». «Ладно, давай оставим эту щекотливую тему». Я открыл книгу на заложенной странице. Так, с темой сегодняшнего занятия — углубленное изучение методов зачарования кристаллов. Прочтя несколько абзацев, я взял тетрадь, чтобы вносить туда пометки. Всегда предпочитал вместо конспектов записывать нужные мне вещи так, как я их понимаю. За исходным текстом один хрен можно в любой момент обратиться к книгам. Так зачем забивать голову неизбежной для любой литературы водой? Не резиновая чай. Большую часть пути я с интересом читал разделы о прикладной магии кристаллов, пару раз едва не завопив «да ну нафиг». Помешало мне только то, что Беата уснула, убаюканная равномерным движением поезда. В сущности, все понятие зачарования можно легко разделить на три группы. Первую я для самого себя назвал метаматериалом, хоть оно и не совсем технически верно. Суть в том, что заклинание преобразует кристалл так, что он начинает проявлять некие заранее заданные физические свойства безо всякой магии. Самим востребованным в Эквестрии свойством является большая механическая прочность, но лично для меня тут открываются огромные перспективы. Если, конечно, то, что я хочу, возможно реализовать на практике. Но с другой стороны, почему бы и нет? Вторая группа – это, как я их обозвал, базовые элементы. Самый часто встречающийся способ зачарования. Любой единорог, более-менее серьезно учившийся магии, это умеет. Здесь кристаллу придаются некие магические свойства, подпитывающиеся либо собственной энергией камня, либо вложенной заклинателем магией. Возможности таких кристаллов очень ограничены. Обычно в кристалл удается вложить только одно свойство. Зато делается это легко и просто. Эти зачарования в Эквестрии используются крайне широко, начиная с освещения и заканчивая аналогами электроники, вроде кристаллов микрофонов, которые делала Винил. Катушки Тесла я собирал тоже на их основе. Третий же тип, самый редкий. Я его назвал «музыкальная шкатулка», по меткой аналогии, которую привела мне Трикси. Кристаллы, созданные таким образом, имеют некое структурное сходство с единорожьим рогом и способны формировать проходящую сквозь них сырую энергию в заклинания. Подключаем такой шуки энергонакопитель, и можно кидаться фаерболами. Теории.
На практике же есть только самые простые заклинания, типа света и телекинеза. Причем теорией занимался лишь один единственный земнопония всю свою жизнь. После его смерти потенциал технологии никого не заинтересовал. Видимо, из-за соображений в стиле булгаковского профессора Преображенского. Зачем искусственно фабриковать спинос, когда любая баба может его родить когда угодно? Единорогов полно, и наколдовать заклинания природным способом куда дешевле и проще, чем изощряться, создавая жестко специализированный кристалл с зубодробительной внутренней структурой. Меня же эта технология заинтересовала еще больше, чем метаматериалы. Третий раздел книги был посвящен непосредственно схемам с пояснениями, но перейти к нему я не успел. «Еще не приехали?» – пробормотала Трикси, поднимаясь в положение сидя. «Нет, еще…» – я открыл планшет и глянул на время. «Как минимум час. Можешь спать дальше». «Не, а то я ночью не засну». Она пару раз моргнула и уставилась на мою исписанную заметками тетрадь. Глянула на обложку книги и воскликнула. «Ты хоть когда-нибудь отдыхаешь?» Удивился я. То ты рассчитываешь схему для порталов, то тебе в голову взбредает что-то насчет древолков, и ты идешь проверять. То ты делаешь этот свой самогон, то готовишь еду, то куда-то ходишь. А если и сидишь на месте, то обязательно с книгой. Кажется же, ты ничем не занят, только пока спишь. Именно так. Иначе мне грозит второе нестерпимое состояние. Что это? Скука, улыбнулся я. Кроме того, у вас тут все такое интересное. Что ни день, так целый ворох новых вопросов, ответы на которые только предстоит найти. Куча возможностей, которыми можно найти применение. Мечта. Все равно, никогда не видела, чтобы ты развлекался. Да, а как же игра в картишки или вчерашний пранк? В обоих случаях было похоже, что ты работаешь. Ага, ну тогда можешь считать, что обычно я развлекаюсь. Рассмеялся я. Это работа. О, ладно, ладно, допустим. Я закрыл книгу, вернув закладку на место, и с ехистом уставился на единорожку. «И каковы же твои предложения? Как, скажем, развлекалась ты после представлений?» «Заваливалась в бар, нализывалась, цеплялась жеребцов, если получалось». «Серьезно?» – я расхохотался. «Не, для меня такой вариант точно не подходит. Во-первых, нализаться тут до сколько-нибудь расслабленного состояния я могу только своим пойлом. Во-вторых, нетрезво я порой творю такое, что хоть стой, хоть падай. Ну и в-третьих, представляю себе подкаты к какой-нибудь кобыле». Без последнего уж точно стоит обойтись. Ничего хорошего мои ксенофильские порывы не приносили. «И что ты такого делаешь, когда пьянеешь?» – заинтересовалась Трикси. «Может быть, ты увидишь это на вечеринке в свою честь», – усмехнулся я. «И вообще, я скучный. Давай лучше про тебя поговорим. Давно хотел, все никак возможности не было». «Тебя интересует биография великой и могучей Трикси?» – улыбнулась она. «Вот, начнем с этого», – щелкнул пальцами я. «Что это еще за прозвище?» «Глупо звучит, да?» Грустно усмехнулась единорожка. «Но толпе нравилось, да и я привыкла». «И началось все с чего?» Протянул я. «Нет, я понимаю, что началось все с того, что ты родилась. О, кстати, а где именно?» «В маленькой деревушке, на побережье Лунной бухты. Мэйр Транквилити. Там все было почти так же скучно, как и на каменной ферме Пай». «А, вот почему ты там так легко жила». «Не было мне там так уж легко», – буркнула Трикси. «Все свое детство я мечтала, чтобы уехать куда-нибудь в большой город. Кроме меня там был только один единорог, представляешь? Еще два пегаса, а все остальные – земнопони». «Единорогом был кто-то из твоих родителей», – предположил я. «Нет, я родилась в семье земных пони, и у меня еще есть две сестры, тоже земные пони». «Значит, и такое бывает?» – удивился я. «Бывает, иногда», – пожал плечами Беата. «Мне там было ужасно скучно, и я только и делала, что шалила с еще несколькими жеребятами. Мы даже на остров Шорохов плавали. Как нас потом ругали…» Я улыбнулся. Единорожка прям преобразилась, вспоминая прошлое. «Однажды к нам в деревню пришел земной пони, фокусник и иллюзионист. Он менял расцветку своей ассистентки, становился невидимым и даже читал мысли зрителей. До сих пор не понимаю, как он делает эти невероятные штуки. Все были в восторге, его закидывали целым дождем из бит. А я поняла, что хочу жить так же, как он. Путешествовать и приносить праздник, а не просто прозябать где-то на краю мира. Через некоторое время я тоже попыталась показать фокус, и так получила свою метку». «И как его звали? Фокусника?» «Найджел Невероятный». «Дай угадаю, он еще о себе в третьем лице говорил. Ехидно поинтересовался я». «Ага». Трикси слегка покраснела. «И вы потом с ним встречались?» «Ни разу», – покачала головой Трикси. «Я после школы пыталась его найти, попросить взять меня в ученики, но он как будто исчез. Наверное, он уехал из Эквестрии». «Ага. Слушай, мне вот непонятно, как можно быть фокусником в мире, где есть магия? Я еще понимаю, в моем родном мире трюки типа хождения по воде, распиливания пилой, прохождения сквозь стены и прочие исчезновения статуи можно было вызвать удивление и восхищение. Но у вас же это норма жизни». «Ходить по воде? Проходить сквозь стены?» Глаза единорожки засияли. «Ты знаешь, как это делается?»
Угу. В воде заранее прячется платформа из прозрачного материала, и ходишь на самом деле по ней. Со стеной все сложнее, но тоже ни капли магии. Так почему это удивляет у вас? Во-первых, большинство фокусников земнопони, а они не умеют колдовать, и это всем прекрасно известно. Ежи кристаллы. Это не то же самое. Как тебе кристаллы помогут стать невидимым? Это вообще невозможно. Серьезно? Удивился я. Надо же. И во-вторых, это представление, и главное увлечь зрителей. Трикси резко помрачнела. Это можно по-разному сделать. Погоди, погоди. Давай все по порядку. Мы остановились на выступлении Найджела в твоей деревушке. И что было потом? И я сказала родителям, что хочу поступить в школу для одаренных единорогов в Контролоте. Баба был не против, а вот мама говорила, что моя метка может означать не только талант к магии и иллюзиям. И прочую земнопольскую чепуху вроде «где родился, там и пригодился». Голос единорожки на секунду облегся в неземные нотки, а в голове кольнуло. Тем не менее, думаю, Диома перевелась верно. Трикси поморщилась и продолжила. «Мама у меня настоящая наседка. А еще вся семья считала, что раз уж я единорог, то с меня надо пылинки сдувать, а то я сломаюсь. Так что папа с ней тоже согласился. И я убежала. Взяла с собой только самое необходимое, оставила записку и пошла в Контерлот». «Сама? Пешком?» – поразился я. «Сколько ж тебе было лет?» 11. В школу для одаренных единорогов принимают в 11-12 лет», – пояснила Трикси. «Ничего ж себе. Неужто в Эквестрии настолько безопасно, что совсем еще же ребенок может весело шагать как минимум несколько недель, если я правильно понимаю расстояние от Ванкувера до Контерлота? Да и сама Биата не промах, такое чебучить». «Ты была настолько уверена, что тебя примут?» – поинтересовался я. «Конечно. В деревеньке меня все хвалили, я колывала даже лучше, чем единственный взрослый единорог», – она вздохнула. «И я в себе нисколечки не сомневалась. Лучшая из лучших, будущая невероятная фокусница, великая и могучая Трикси». А на подходе к Контролоту меня поймал Пегасий патруль. Родители, когда я не вернулась к вечеру, бросились меня искать. Не нашли. Обнаружили записку и подняли на уши пол Эквестрии. Трикси улыбнулась. Они как раз искали меня в лесах между Ванхумером и Контролотом. Пегасы их примчали очень быстро. Мама готова была меня прибить там же и потребовала немедленно ехать обратно. А вот папа сказал, что меня наверняка ждет великая судьба, раз я в таком возрасте повторила путешествие Ноэс Фракчера. Они так спорили, что вокруг нас собралась толпа, и тогда вмешалась ученица Селестии. «Твайлайт?» – удивился я. «Нет!» Кажется, Трикси такое предположение возмутило. «Сансет Шиммер!» Ни разу не слышал. «Она сказала, что преданность мечте всегда достойна восхищения, и что мной может даже заинтересоваться сама Селестия. Она выглядела так уверенно, что мама сдалась. И на следующий день я пошла сдавать экзамен». «Ух ты!» – улыбнулся я. «Значит, ученицей Селестии могла бы стать и ты!» «Вряд ли. Ты же видел, как я колдую», — она хмыкнула. «Но экзамен я прошла, хоть у меня не получилось вылупить то яйцо. Магии я вбухла столько, что аж рог заболел, но все равно ничего не получилось. И я тогда очень расстроилась и думала, что меня выгонят. Все вокруг сидели такие строгие». Я улыбнулся, вспомнив про объяснение Селестии на этот счет. «Интересно, а что у нее теперь в качестве проверки на психическую устойчивость учеников?» «А дальше все пошло наперекосяк», – вздохнула единорожка. «Там все владели магией не хуже меня». «Но ты к такому не привыкла», – задумчиво произнес я. «Тебя никто особо не хвалил, и с первой, лучшей из лучших, ты стала обычным середнячком. И ты изо всех пыталась выбиться обратно в первые». «Откуда ты знаешь?» – нахмурилась она. «Типично», – пожал плечами я. «Забавно, что некоторые вещи в психологии людей и пони настолько совпадают». «Первый год со мной иногда занималась Сансет», — улыбнулась Трикси. «Показывала, как правильно творить заклинания, учила новым, а я развлекал ее своими трюками и рассказами про то, как стану великой фокусницей». «Ученица ученицы Селестии», — хихикнул я. «Тебе прямо-таки один шаг оставался». «Ага. И я очень хотела, чтобы принцесса меня заметила и старалась изо всех сил. Мечтала, что мы обе можем у нее учиться». Единорожка помрачнела. «А потом Сансет ушла. Мне она сказала, что Селестия ее только ограничивает, и что теперь она будет учиться сама. Я очень просила взять меня с собой, но она сказала, что не может. И тоже пропала». «Да, вот же судьба у девчонки». «А потом появилась Твайлайт», – зло произнесла Трикси. «Вылупила это злочастное яйцо, которое никто не мог вылупить, и Селестия сразу же взяла ее в новые ученицы, словно и не было никакой Сансет Шиммер». «Так вот откуда у вашей вражды ноги растут», – протянул я. «Я терпеть ее не могла. Она была вся такая одаренная и совсем этого не замечала. Ей все давалось так легко, а она просиживала днями и ночами за книгами со старой магией. А я... без помощи Сансет покатилась вниз. Занятия становились все сложнее и сложнее, и я училась изо всех сил, тренировалась, пока я к ней увидел, но все равно была одной из остающих.
А эти контрлотские единороги только смеялись, что деревенская выскочка наконец-то заняла свое место. «Дети бывают жестоки», — вздохнул я, проверенно на себе. «И я была лучшей», — кивнула Трикси. «А стала... ничем. Высшая магия у меня не получалась вообще, как бы я ни старалась. Поэтому я ушла. Бросила школу и решила стать фокусницей, как и собиралась. Того, что я знала, мне должно было хватить запросто. Сначала я искала Найджела, но так и не нашла. Хотела встретиться с Сансет, но и про нее никто не знал. Даже сама Селестия». «Ты добилась аудиенцию принцессы?» — удивился я. «Угу. Принцесса Селестия такая страшная...» Трикси поежилась. «Да ну, серьезно?» «Да. От нее словно веет древней силой, и она так строго на меня смотрела, будто насквозь меня видела. Спросила, зачем мне Сансет, а потом сказала, что не знает, куда она могла направиться. И все. «Интересно. А я-то думал, Тия мимимилашка, и ее все любят и безмерно уважают. А она, оказывается, и вон какой может быть. Надо будет еще других спросить, что они думают по поводу своей принцессы. Любопытно же. Значит, ты никого так и не нашла. И что стала делать тогда?» «Уехала из Контрлота и стала выступать с фокусами, которые придумывала сама. Но если в деревушках Земнопонии мои представления шли на ура, то любой завалящий пегас или единорог старались вывести меня на чистую воду. Говорили, что это простая магия и ни для чего, кроме кьюцинеры, не годится. И тогда я стала вызывать их и показывать что-нибудь более впечатляющее, раз такие умные. Некоторые пытались, и я заметила, что эти поединки привлекают больше пони, чем любая реклама». «Вот оно что!» — улыбнулся я. «А хвасталась зачем?» «А так больше желающих макнуть меня в грязь появляется», — усмехнулась Трикси. «Все думают, что сейчас проучат хвастунишку и соберут овации, но побеждала всегда я». «Какое коварство!» — восхитился я. «Сначала я просто говорила про прошлые победы, а потом начала привирать. Про Урсу и прочее...» — она вздохнула. «И даже сама стала верить в то, что я вся такая непобедимая. Так и жила. А потом пришла в Панивиль, где опять встретилась с Твайлайт». «Угу. Ее подруги тоже пытались меня унизить, но ничегошеньки у них не вышло. А она сама...» Мордашка Трикси на миг стала пугающей. «Ничего. Посмотрела на меня, как на пустое место, и ушла. Словно я не стою даже минуты ее внимания». «Совершенно не похоже на Твайлайт». «Я знаю!» Огрызнулась Трикси и тут же тихо повторила. «Я знаю. У меня было время над всем этим подумать, когда я работала на каменной ферме. Я же говорила, что никогда не собиралась возвращаться в Панивиль. Но из-за этого проклятого амулета...» «Да...» — я покачал головой. «Ну и история у тебя, однако». «Не всем так везет, как Твайлайт», — буркнула единорожка. «Ты до сих пор считаешь ее врагом?» — укоризненно спросил я. «Нет. Да... не знаю. Она мне не нравится. Под воздействием амулета я даже думала, что она украла мое место, что это я должна была стать ученицей Селестии, и все, что у нее есть сейчас, должно быть моим. Но ведь это неправда». «Да уж...» «Вообще, в психологии у такого состояния даже название есть. Синдром бывшего вундеркинда. У Трикси он в полном объеме. Тут тебе и болезненное желание быть лучшим, и пристрастие к чужому восхищению, и самолюбие, граничащее с нарциссизмом, и даже привычка постоянно бросать другим вызовы и самоутверждаться. Но Беата все-таки необычная. Не столь уж и многие способны осознать свой предел, пройти своеобразный катарсис и жить дальше в меру своих сил. Разве что у нее обратный перегиб случился. Если раньше она действительно была самоуверенной и нахальной, то после того, как судьба ее хорошенько отпинала, ударилась в другую крайность – преуменьшение собственных возможностей и жизнь на холостом ходу. А ранее привычный образ стал таким щитом. Да, надо будет сказать Селестия, чтобы в ее школе одаренных единорогов не помешает штат психологов. Как раз для таких случаев. Ну а Стрикси... стоп. «И что, ты всю жизнь после того, как рассталась с Сансет, была одна?» – нахмурился я. «Не заводила новых друзей, не влюблялась?» «Не». Беата смотрела в окно. Там как раз заканчивался закат, а значит, скоро Контрлот. «Почему? А как же заваливаться в бар и подцепить жеребца? Неужто ни во что серьезно это никогда не перерастало?» «Нет, да и вообще...» – она фыркнула. «До выступления они на меня внимания не обращали. И я же почти земная пони, никакой единорожьей грации. Пешие прогулки между городами с фургоном за спиной не способствуют, знаешь ли. А после выступления кто боялся, а кто на следующее утро хвастался чем-нибудь вроде, и я сумел обуздать эту опасную штучку. Да тьфу на них, противно». «Жесть. Да, как-то даже стыдно после такого вспоминать собственные недавние откровения». «Беата, а тебя не напрягает необходимость работать на меня?» – поинтересовался я. «Да и с учетом всего того, что я тебе сказал раньше...» «Нет». Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Все честно. Даже хорошо, что это не из-за каких-то романтических порывов».
«Мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я больна не вами», — усмехнулся я. «Ну и замечательно. А как твоя семья отреагировала на то, что ты бросила престижную школу?» «Папа расстроился. Мама потребовала немедленно возвращаться назад. Сестры посоветовали носить себе жеребца в Контерлотте, да там и остаться». Трикси фыркнула, демонстрируя свое отношение к такой идее. «И я им пишу каждый месяц, ну так, чтобы ответы мне не приходили. Думаю, они даже не знают, где я сейчас». «Хе-хе, схоже с моим собственным подходом к общению с семьей. Хотя сейчас я бы и не отказался им позвонить. Ха. Что имеем, не храним, а потерявши плачем». «Мне даже нравится у тебя работать», — задумчиво и словно удивляясь самой себе, произнесла Трикси. «Ты поддерживаешь меня куда больше, чем семья». «Вот это уже прозвучало почти романтично», — хмыкнул я. «Смотри, если потеряешься, я на уши Пола Квестри поднимать не буду». «Ага, поднимешь всю?» — серьезно спросила Трикси. «Наконец-то начала шутить», — улыбнулся я. «Этак еще немного, и ты снова начнешь называть себя в третьем лице». «Только на сцене», — хихикнула она. В дверь постучались. Видимо, проводники пришли сообщить о том, что я и так знал. Скоро выходить. Но за открытой дверью обнаружились совершенно неожиданные лица. Флати и Твайлайт. Глаза Трикси при виде последней широко распахнулись. Видимо, она тоже подумала о том, что они там могли подслушивать. «Опаньки», — удивленно произнес я. «А вы тут чего делаете?» «Вам тот же вопрос». Твайлайт, кажется, была удивлена не меньше меня. «Флаттершай сказала, что слышала ваши голоса, и я пошла проверить». «Ну да, сама Флати бы только под страхом смертной казни стала стучаться в купе к незнакомцам». «Твоя няня позвала меня в гости», — пояснил я. «Правда, понятия не имею, зачем. Вот мы с Беатой решили прошвырнуться, Империю посмотреть, себя показать». «Гейденс позвала?» — недоверчиво спросила Твайлайт. «Ага, да вы заходите, заходите». Поманил их внутрь я. Твайлайт запрыгнула на полку к Трикси, и напряженная единорожка немножко подалась в сторону окна. А вот Флати неожиданно взлетела на мою полку и села рядом. Пришло письмо, в котором в изысканных выражениях профессору Артуру предлагалось посетить Кристальную Империю. И даже обещалось аудиенцию правительницы, пояснил я. Подписано было некой Миаморе Каденцией. Я сразу даже не понял, кто это такая. Ты ее только Кейденс называла. Ну а я и так собирался ехать в Империю за визуализаторными очками. А тут и повод подвернулся. А вы куда? Да еще и вдвоем. В Контерлот? Нет, мы тоже в Кристальную Империю. И все вместе. Эйджей, Рерити, Рейнбоу, Пинки тоже тут. Кейденс попросила помочь ей со встречей инспектора эквестрийских игр. А это еще что? Твайлайт объяснила, как ожидалось, что-то вроде Олимпийских игр на Земле. Надо будет потом глянуть, что послужило причиной их основания. Или сразу Тию спросить. Наверняка же ее придумка. Да вы прям кобыли спецназ, усмехнулся я. Где какая-нибудь движуха начинается, сразу же вас зовут. А Спай где? Остался в Панивилле присматривать за нашими животными. Надеюсь, он справится с Энджелом. Впервые подала голос Флаттершай. «Ай-яй-яй, жалко, я об этом не знал. Поручил бы ему листика», — усмехнулся я. «Плохая идея», — ужаснулась Твайлайт. «Он наверняка бы попробовал на нем покататься по Понивиллю». «Были бы по нях внеочередные учения на тему, как за 10 секунд добежать до дома и закрыть дверь на засов», — хмыкнул я. «А то чего доброго, совсем форму потеряют». «Скоро Контерлот, вам выходить», — в купе заглянула проводница. «Спасибо». «Мы пойдем, соберем сумки», — улыбнулась Твайлайт. «Вы в каком вагоне поедете?» «В первом. Груфони купе только в первом и втором ведь». «Отлично, мы тоже едем в первом», — обрадовалась Твайлайт. «Пойдем вместе?» «Ну, почему бы и нет», — пожал плечами я. «Тогда встретимся в тамбуре». Едва дверь закрылась, как на меня уставилась Беата. «Она слышала?» — прошептала единорожка. «Не, она совершенно не умеет притворяться, так что можешь не беспокоиться». «Точно?» «Абсолютно. Ладно, давай тоже собираться». Я сунул свои вещи в рюкзак и поднялся. Беата, вообще не открывавшая сумки, просто навьючила их на себя телекинезом. Твоя эта компания действительно уже ждали в тамбуре. Флаттершай что-то обсуждала с Рерити на пределе слышимости. Эпплджек как-то странно дернулась при виде меня. Твоя откопалась в одной из сумок, видимо, думая, что что-то забыла. А Рейнбоу нетерпеливо топталась на месте, ожидая, пока поезд остановится. Ну а Пинки... «Эй, Арт, Трикс, вы тоже едете помогать устраивать эквестрийские игры?» «Не-не, мы по своим делам», — покачал головой я. «Просто так совпало, чтобы едем туда же. Куда и вы?» «Можно будет повеселиться!» — воодушевленно воскликнула Пинки. «Хм, я вспомнил про флягу самогона и согласился. Ну да, можно будет». «Ей!» Едва поезд остановился, как Рейнбоу голубоватым метеором метнулась за открывшуюся дверь. Застоялась бедная. 5 часов ехать-то. Я, впрочем, тоже с большим удовольствием спрыгнул на платформу и прогулялся туда-сюда. «Текс, наш поезд вон тот». «Арт, ты ведь знаешь, сколько стоят визуализаторные очки?» — поинтересовалась Твайлайт, когда я поравнялся с ней.
Нет, нигде не называется конкретная сумма, но сказано, что они дорогие. Я раздраженно цыкнул и пояснил. Терпеть не могу, когда кто-то для описания точных величин использует прилагательные вместо числительных. Получается, как в анекдоте. «Доктор, у меня что-то болит? Сейчас я выпишу вам какие-то таблетки». Я взял с собой 20 тысяч бит. Надеюсь, этого будет достаточно. «А что, ты знаешь, сколько они стоят?» «Нет, но я тоже слышала, что дорого», — улыбнулась Твайлайт. «Не единорогам эти штуки ни к чему. Мы и так можем посмотреть на магическую структуру предмета с помощью заклинания». «Ничуть не сомневался», — хмыкнул я. Я оглянулся в поисках Трикси. Единорожка шла чуть в стороне вместе с Флаттершей, и они явно о чем-то секретничали. Хм, любопытно. «Твай, а есть какое-нибудь заклинание высшей магии, сравнительно сложное и со зримым результатом?» Понизив голос, поинтересовался я. «Есть, и много. А зачем тебе?» «Для тренировок Беаты. У нее с высшей магией туго, но это решаемо, и я хочу ей это доказать». «Тогда превращение», — кивнула Твайлайт. «Даже не верится, что у нее с этим проблемы. С амулетом Аликорна она такое творила. Ты же не собираешься ей его вернуть?» «Не думаю, что она его возьмет», — хмыкнул я. «Одного раза хватило. Ладно, напишешь мне код заклинания?» «Конечно. А можно будет посмотреть?» «Извини, но нет. Ты же знаешь, как Беата к тебе относится». «Еще бы знать почему», — погрустнела Твайлайт. «Там все сложно», — поморщился я. «И ты сама даже не причина этого отношения...» «А, неважно. В общем, кот, сможешь?» «Как только рассядемся, я тебе сразу напишу», — кивнула Твайлайт. «Спасибо». Я снова оглянулся на Беату. Та по-прежнему шукалась о чем-то с Флатти. Отворачиваясь, я мельком заметил немного растерянный взгляд подошедшей ближе Эпплджек, будто она хотела что-то мне сказать. Но, обернувшись снова и посмотрев прямо на нее, я решил, что мне показалось. Земнопони выглядела так же отчужденно, как и раньше. Может спросить? Нет, первым я это делать не буду. Ни я эту фигню начал, ни мне и пытаться ее исправить, если речь вообще пойдет об этом.